Итак, приехал Тонар. Проблема также ступится, как и на шмицах. Мы сейчас открутим, посмотрим, что там. Скорее всего, по шпильку. Плохо. Итак, вот такая у нас здесь ситуация. Здесь маски нет. Вытекалось. Вот в таком состоянии у нас. Телега, наверное, даже 20 тысяч не прошло. 20 тысяч не прошло? Наверное, нет. Подвеска, так, чем только не пытались, даже лебедкой снять не смогли, и обратным молотком съездили в компанию Горвин и прикупили у них вот такой гидравлический съемничек. Сейчас будем его испытывать. Ребят, тема вообще должна быть кучерявая. Съемничек нормальный. 32 тысячи, ну и давит он, да, 32 тысячи. Фух. На видео можно сказать 55. 84. Нормально он идет. Вот-вот, прикинь, мы тут хотели. А, давит. Съемничек нормально тут. 32 тысячи, ну и давит он, да, 32 тысячи. Фух. На видео можно сказать 55. 84. Нормально он идет. Вот-вот, прикинь, мы тут хотели. Так, наш краб справился. Короче, вот такая ситуация. Он натягивать начал их, вон, видишь.